форвард. Но это европейский баскетбол, и здесь некоторые американские баскетболисты умеют перестраиваться. Сейчас серьезная проверка для Кирилла Савина в защите. Мэйс очень подвижный. Посмотрите, какая скорость, какой первый шаг. 34% у Руны. Ну, а что касается Енисея, они вообще третьи в этом сезоне. 36% из... Считал, что если команда обыграет казанский Уникс, то он пострижется наголо. Но вот пока что этого не случилось. Первые 10 минут слишком рано. Ротен Мейс снова с мячом у Енисея. Классная передача внутрь. Представлял он сербскую команду Црвена Звезду. Ротен Мейс! Продолжает играть довольно результативный баскетбол. Но при этом контакта много. Достаточно много. Выиграть отскок на чужом щите ему все-таки не удалось. Ротен Мейс против Походяева. Как здорово. Но Ротен Мейс его не заметил. Есть преимущество в росте над Хилом. Преимущество в скорости даже имеется. История не знает сослагательного наклонения. Поэтому имеем, что имеем. Ротен Мейс снова с мячом. Снова бросок через Хила. Сегодня уже набрал 22. И на этом, судя по всему, останавливаться он не собирается. Хорошая передача в угол на Беленкова. Второй подбор в атаке подряд. Ему забрать все-таки не дали. Ротен Мейс. Два игрока против него. Он атакует сам и забивает. В этой атаке еще есть у гостей. Джеремая Мартин на Ротен Мейса. Тот входит внутрь. Какая передача. Мы тоже видели, причем в исполнении игроков обеих команд. Ротен Мейс проходит внутрь. И вот, собственно, который он приносит, просто неоценим. Сегодня 20 очков, 5 передач уже на счету. Ну, а главный герой, конечно, вот этот молодой человек.